Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Оба-Гёль. Здесь у нас также есть район Оба. Она находится в той стороне от дороги. Оба-Гёль близок к морю. Тут высокоэтажки не разрешают строить, так что здесь пятиэтажки. Находится это здание недалеко от моря, 320 метров максимум до воды. Так, здесь у нас строится новый проект от застройщика Best Home. Локация у этой квартиры очень хорошая. Находится она на среднем этаже. Покажу фасад. Такой фасад. Я потом спущусь вниз, покажу вам бассейн и территорию. Айдат здесь 150 лир. 100 лир айдат. Хозяин квартиры сам все огласит. Я сейчас спрошу его цены, потом покажу квартиру. Дайре фиаты не кадар абиджи? 82500 евро, сон фиатом. Окончательная цена квартиры 82500 евро. Тут один санузел, два балкона. Вот такой один большой балкон, можете его застеклить. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, это известный район Оба. Он ближе к центру города, я отсюда даже вижу море, его не сможете увидеть, потому что камера не показывает. Квартирка большая, не маленькая. Окна однослойные, нужно как-то их поменять, сделать термопакет в будущем. Почти отдельная кухня. 82500 евро, без торга, дорогие зрители. Вот такая хорошенькая квартирка. Спальни тоже не маленькие. Вот. Проекту 14 лет. Здесь у нас прихожая большая. Спальня. 1,5 квадратных метра. Балкончик. Второй. Сторона здесь южная и западная. Даже есть вид на горы и на соседнее здание. Также бочки у нас на крыше. Обогрев воды при помощи солнечной батареи. Тут по вечерам не шумно, потому что мало машин проезжает. Высокие потолки, 285-290 сантиметров. Тут вот такой глубокий шкафчик. Что хотите, можете сюда поставить. Один санузел большой. Так, и здесь у нас вторая спальня, 12,5-13 квадратных метров как минимум. Сюда останавливается кровать, вот, между этими розетками. И туда можете установить полотенной шкаф. Так, спускаюсь. Зрители, я сейчас вниз, не закрываем ролик, смотрим до конца. Айдат 100 лир. Значит, на этаже у нас в этой стороне две квартиры, и в этой стороне одна квартира. Три квартиры на этаже. Четыре. Четыре квартиры. Вызовем лифт. Там. Такой лифт, вместимость 2 человека. Выходим во двор, есть пандус, 3 ступеньки. Так. Хаус анги тарафта? Вот такой фасад здания. И вот у нас тут бассейн. Вот бассейн и территория. Так, сейчас покажу. Ага. И зона барбекю в этой стороне у нас. Открытая парковка.
Вот открытая парковка. С двух сторон у нас вход в это здание. Звоните плюс 90-555-064-91-10. Такие цены уже в Махмутларе. Чем покупать там, я советую покупать в Обе. Как бы оба близко к центру города, оба именно здесь в основном живут европейцы, турки, местные жители. И близко ко всем торговым центрам Алагню, метро, там другие магазинчики, мебельные и тому подобное. Все есть тут в шаговой доступности. Жду звонка. Ставим лайки, комментируем. Обставить квартиру обойдется где-то 3500-4500 евро. У меня на канале есть ролик, как покупать мебель, там, заказы через интернет. Можете просмотреть и все разузнать. Все, всем желаю здоровья. Всем пока-пока.